Ой, эта машина медленная, она 60 километров всего едет. Давай, газуй, газуй, машина, газуй. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Подлючка, FM Zoom, Profit, Фриз, Угабуга, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. У нас сегодня крутецкая рубрика, я скачал вот такой танк с бензопилой, и давно мы это записывали рубрику, сегодня будет у нас продолжение. Танк с бензопилой хочет всех распилить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Пацаны сегодня будут убегать на вот таких вот классных тачках, я на них назвал... Микроавтобус сосиска. Они не очень быстрые, но если раунд быстро закончится, то поменяем машины. И кого я тоже давлю этим танком, тоже берет этот мощнецкий танк с бензопилой и давит другие. И в конце ролика, ребята, будет 6 танков и один выживший. Смотрите, первый пошел. Эй, да как я тебя не задал? Блин, пацаны, этот танк очень плохо поворачивает. А вы с шифтом едете, с шифтом. А чё он стоит? На штыках. Никого не было. Есть. Нормально. А, никого не было? Это хорошо. А чё у меня то колеса пробиты? Чё? А, из-за взрыва мой танк повредился. Вижу. Вижу жертву. Нет, я плохо вижу. Прощай. На. О, я загреб его. Так, отлично. Вижу, вижу, вижу. Чё-то, пацаны, легко мне пока кажется вас давить. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Discord. Нас уже 44 тысячи участников. Очень весело проведем время. О, я вижу. Вот у нас чувак на стеклянной машине. Блин, да я так плохо поворачиваю. У меня колеса пробиты. А как может колеса быть пробиты? Я удар выдержал. О, за два танка, еще один выехал, отлично, нас теперь двое. Окружаем его. 50 километров лечу. Лечу, 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 лечу. Блин, ему легко уклоняться от нас. Смотри, красавчик, молодец. Все, давай, до воды его, до воды гони. Ребята, мы играем на карте, где остров, вокруг нас вода, поэтому убежать просто нема куда. Все, прощай, щенок. Есть, попишетств. Еще один. Зря, зря ты меня дразнишь. Блин, ну ты меня хорошо. Блин. Есть! Так, сколько осталось? Трое, да? Нет. Вижу. Зеленый с черным. Стоять! Нет, ло-ло-ло нет, у него в конце нет, еще. Нет. Отличнейшее настроение! Люблю эту рубрику, мне нравится она. Танк с бензопилой рулит! Так, я вижу, ему нема куда. Еще! Блин, а мне кажется, пацаны медленные, да, машины, я вам сказал, брать? Да, или опыта нет. Смотрите, зеленый же убегает от нас. Ну, пацаны, у вас опыта не было. Вот так надо по кругу ездить. А я сейчас срежу. Ребята, срезаю. Он как мышь в уголку стоит. А он разогнался? Сколько же так микроавтобус, интересно, едет? 60. А, поэтому мы не можем догнать. У нас там всего 49 едет. Я срезаю, пацаны. И я ловите срезаю. Черного, ловите черного. Смотри, 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 смотри. Ах ты, зараза, обманул вас. Нет. Молодчик, ну блин. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй, жопу мы подпилили нормально. Вижу черного. Отлично, ребята, разрушили. Сейчас кто последний останется в живых, будет начинать на танке ездить. Есть! Все, подлючка. Красавчик, очищаем карту. Раунд номер 2. 3, 2, 1, погнали. Давай Диму, Диму. Не, а он не знает, где я со всеми сливаюсь. Да не меня, но и тучка. Сейчас он будет, может, долго очень ездить и никого не сможет убить. Нельзя, и тучка, нельзя. Мы поддавали. Есть, Профит, ну чего ты? Не знаю. А он там просто застрял, наверное. Знаете, что надо делать? Надо постоянно просто ехать, нельзя останавливаться. Всегда ехать и ехать быстро очень. Дима, знаешь, почему мы быстро по экрану поддавались? Я понял. У танка же есть большой минус, он не может резко поворачивать. Да ну иди. Или держите всегда сзади него. Вот сзади держитесь и все. И он ничего сделать не может. Смотрите. Давай его, бери. Ага, когда за тобой толпа едет. А всего два танка только, еще нема никого больше. Да. Давай. Хорошо подпилил. Ой, не мешай, не мешай, не мешай. Так, отлично, отлично. Ребята, надеюсь, вы напишите какой-то классный комментарий. Можете в комментариях написать, какую рубрику нам еще снять. Да ты не можешь меня догнать, потому что я очень быстро езжу. Да? Думаешь? Не получилось!
Получилось. А я нет, я нет. Ой, тихо, тихо. Машина не едет! Да, машина да, не едет! Да я поддался! Да. Я... Ай, блин! Да я поддался специально, пацана! Да ладно, я не поддавался. Ну, чуть-чуть. Дима, куда ко мне подлетел? Так, ну что, выдвигаемся! Блин, я хотел все-таки повыживать долго. Нет, осталось двое. Двое осталось, я вижу. Вижу жертву аборта. Давайте этого синего. Так, догоняю. Я буду за этим ехать, с синим хвостом. Смотрите, он меня не сможет обмануть, потому что я буду наперед думать его все ходы. Да, я уже. Давай. Все, прощай. Ты умрешь. Ой-ой-ой, да как? Ну, блин, уехал, красавчик. Кстати, когда грузовик этот повреждается, да, он медленнее едет. Да, ну не пили, мы же друзья, компания едем. Все, пацаны, мы там не могу надеваться, там конец острова. Ну все, щенок, ты проиграл. Все, вот это он зря сделал. Зря ты в воду уехал. А все, он проиграл. А ладно, давайте его взорвем, давите его. Давай. Все, ребята, сейчас мы делаем такой раунд, когда я буду один на машине, а они все против меня. Только можно я возьму немножко быстрее машину? Тоже брать микроавтобус или какую-то легковую быструю? Догоняет! Ой, эта машина медленная, она 60 километров всего едет. Давай, газуй, машина, газуй! Три, два, один, погнали! Давайте, я хочу его убить, еще хочу поучаствовать в этом раунде. Ну что, надеюсь, ты долго продержишься, но мы тебя замочим. А что так быстро? Да вы там меня кучей зажали. Ну все, кто его убил, бери теперь ты машину. Три, два, один. Погнали, все, фора есть. Летим. Мы должны его убить. Да ладно, как ты его не взорвал? Красавчик. Ну что, последние твои слова. Я буду жить. Сколько она едет километров? 65. Ну все, отлично. Это на 15 километров быстрее, чем мы. Потому что мы 50 всего едем. Есть, я его убил! Эй, тихо, кишки из жопы, ну. Блин, ну сложно на этой машине уезжать, но что делать? Мы же хотим, чтобы все поучаствовали в этом ролике. 3, 2, 1, я готов. А где ты? А, вон ты. Я вижу, вон он там, сейчас я его срежу, там, зарежу. Блин, ну а машина нереально медленная, как рахитка. Главное ехать больше 50 километров всегда, потому что они как раз только едут. А вот нельзя так делать, Дима, так вот нельзя. Как это нельзя? Можно. Да нельзя, я запрещаю. Все, отлично, я поймал ритм, как от них уезжать. Да по краю острова ездить такое себе. Ну а как ты хотел? Я хочу выиграть. Не хочешь ты выиграть? Хочу. А вы подловите меня, подловите и все. Нет, не могут! Ну что, ребята, теперь я буду вечно так ездить по кругу. Это близко. Ты куда? От меня ушел. Ай, зараза, блин, попался! Прям врезался! А, отвали! Блин, это было очень близко. Нет. Блин, хорошо, меня ранили. Да попадите в него уже. Да ну нельзя. Ай, блин, танк не увидел, смотрел назад. Да я не увидел танк! Блин, вот что значит, когда вы едете за рулем, нельзя смотреть назад. Так, кто меня убил? Бери машину. Я. Блин, ну можно было бы долго выживать? Да я поддался. Да ну я специально поддаюсь вам, чтобы вам легче было. Да. Ты не знал? Мы профи вообще-то, Дима, ты не знал этого? Да я знаю, но я лучше. Да. Три, два, один. Погнали. Все за ним. Эта машина, кстати, едет 90 километров. Чтобы вы понимали. Вот. Подлавливай. Ай, кентафурик, аккуратно. Тихо. Извини, жопу пилю. Что за горбы здесь? Я его взорвал. Горбы на карте. Так, ребята, я еще раз буду выживать. Давайте машину покрасим в желтый цвет. Счастливый цвет. Потому что я выиграл. Я же хочу больше всех играть.
Так, дайте, я уеду, стойте, только не давите, не давите. Все. Три, два, один, погнали. Ой. Все, разгоняем ее до 90 километров и пытаемся красиво выиграть. И ты умираешь. Да не, навряд ли. Да, умираешь. Да. Я обломал ваши все планы, ребят. Да ну, читер. Не читер, Помнить. А видящий, куда ехать наперед. Заплатил просто. Ого, у него бензопила желтая с черным. Это все. Красиво! Красиво, ребята! Это было эпично! О, все. Ой, обратно перевернулся. Да едь ты, гони меня. Давай. 70. Ну машина медленно разгоняется, очень медленно. Корыто еще то. Красиво! Красиво! Ребят, ну это эпический раунд. Уже все подлобали, все поняли, как играть. Тем более я понял, как играть. Там говно, он медленный. Нифига нет, просто. Он какой-то медленный ж нет. Ой, зря ты. Ой, а что с танком? Кто так сильный? Полет! Разгоняй. Да блин, опять не смотрел наперед. Ну ё-моё, надо вперед сюда смотреть. Не дави! Пожалуйста, блин! Опять моя ошибка, не смотрю вперед. Так, кто меня убил? Я. Профит, давай. Это мы сегодня с тобой вдвоем играем. Никто не играет. 3, 2, 1, 0. Погнали. Я как раз возле него сейчас буду опять участвовать. Не, ну быстрее. Но 90 километров в машине идет. Это на 30 километров быстрее, чем наша. Все, летим. Но больше не едет, чем 49. Как бы мы ни старались. Давай. Ну блин, еще б чуть-чуть! Если бы я там этот танец поймал, то было бы нормально. Блин, во-во-во-во-во! Подлавливай. Во, понесло! Это шанс убить его! Я пацанам дам фору, не буду его убивать, пусть другие убьют его. Да нет! Да вы что его не убили? Да что? Зачем вы своих наранить? Я его подпилил! Блин, надо было... Ладно, буду я его убивать, вы раз не можете, буду я его убивать. Пропустили такой шанс. Это же было легко, пацаны. Срезаем. А, даже вот так, если он сюда едет. Ой, извини. Дай мне. Ай, да друг другу мешай. Ой, извини, у тебя жопа загорелась. А. Так, давайте он еще. Это ж хорошо. Мне все равно. Он угоняет топаз. Так, смотрите, да. Если по моим подсчетам, он где-то вот здесь будет ехать. Перехватывай. А что за бугры на карте? О, все, он опять сделал ошибку. Он сделал ошибку большую. Вот это мы летим, как все хотят его взорвать. Так, не мешаем друг другу. Смотрите, уезжает, ну зараза. Ладно, делаем ход конем. Я думал, что... А я королем. Так, если он сейчас сюда поедет, ну, приблизительно вот так едет. Все, вот так мы его и встречаем. Я надеюсь, у нас получится. Смотри. Вот сюда вот. Он сейчас опять, наверное... Он в воду заедет сейчас! Заедет, нет. Да ну как? Да ладно, это моя тактика. Ой. Да ладно. Красиво летит, пацаны. Не, ну блин, ну... А что тебе танк понесло? Я воздух ударил. Привыкай, воздух горит, смотри, может бить. Так. Ай, занесло. Так, я должен увидеть, как его убьют. Так, давайте его вот здесь встречать будем. На! Я думал, мы его убьем. Есть! Кто его убил? Я. 3, 2, 1. Погнали. Давайте. Это не пилишь меня, мы же твои... Ну что такое? 3, 2, 1. FM-зум должен повыживать. Я его догоняю. А что, он с шифтом не едет? Я его убил. Да ладно. Короче, давайте в конце сделаем битву на танках. 3, 2, 1. Погнали. А, мы уже воюем на танках? Уже воюй. Есть, попал. Это было эпично. Ой, красиво на таком дистанции. Это мне нравится эта рубрика, где мы и воюем, и стреляемся. Встань.
Попал! Красиво! Я хороший. Щетка! А так оно не пробивает. Надо, короче, пилами пилить. Надо пилами. Не пробивает орудие, пацаны. Вот это жесть, что творит. О, отлично. Отлично. А кто кого запили? Я! Угу! Вот это жесть! Сразу втроем! Так, смотрим, кто же из них победитель. Есть! Так, двое осталось. Отстань. Так, наблюдаем, кто же из них будет победителем. И пилой можно, и пушками. Ого, у него же черный танк, видно, хорошо прилетало. Да, ой-ой-ой, не попал. А была метка. Не попал. Он делает очень хитрый маневр, заезжает в помещение, думая, что здесь он в безопасности. А, нет! Перезаряжается, делает ноги, ну, сзади его догоняет враг и хочет его запилить. И таким образом... А я думал, все-таки он взорвется. Да нет, да нет. На! На! Колеса уже пробиты спереди. А, все, я вижу, кто проиграет, только воды идет. Все, красавчик! И тучка, ну ты красавчик, победитель в раунде среди ПВП на танках, а профит у нас победитель среди выживальщиков. Я думаю, это по-честному. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А, на воду не упала, стойте, я хочу ее в воду кинуть. Ой. Как всегда, пацаны, в своем репертуаре все взорвали, и себя тоже.